Здравствуйте! Сегодня тут с вами я, и, в общем-то, я буду рассказывать вам о нововведениях, об обновлениях, о всех прочих вещах на, так скажем, Black Rush. Вот, то есть, потому что я могу это сделать, и как бы ссылка на скачивание Black Rush, она как бы находится в описании данного видео, поэтому заходите, скачивайте, вводите мой промокод, хэштег ZDS, вводите мой никнейм Данила КПРФ, и все у вас будет замечательно, отлично, и я бы даже сказал, что круто. Я не знаю, почему я начал говорить все это в начале видеоролика, потому что, наверное, чтобы растянуть хронометраж, вы смотрели такие, типа, да когда ты уже начнешь обсуждать эту самую новость? Ну уже просто невозможно. Давай быстрее Black Rush, еще раз Black Rush. Давайте. Ладно, я все обсужу, я все сделаю, и все будет отлично. В общем-то, Black Rush, она в последнее время занялась какими-то, я так понимаю, фургонами. Может быть, они договорились с поставщиками, может быть, с еще какими-то людьми, потому что в предыдущем видеоролике я обсуждал Газели, непонятно для чего она будет, непонятно для кого она будет, но факт в том, что Газель на Black Rush она будет, и посмотрим, вот было бы интересно еще посмотреть, для чего же будет Газель на Black Rush. Однако, ладно, давайте вот перейдем к новости, которая сегодня у нас на повестке дня. Black Rush показала весьма красивый семейный фургон Volkswagen T6, как вам? И давайте, в общем-то, сейчас его рассмотрим, посмотрим и вообще разберемся поподробнее в том, как он мне. В общем-то, в целом, самое главное, то, что вот когда я обозреваю все вот эти вот модельки, когда я обозреваю все вот эти вот машины, самое главное, то, что меня бесит больше всего, это когда нету колес на машине. То есть, есть, допустим, там, не знаю, переднее, есть, допустим, заднее колесо, а каких-то вот этих вот всех остальных колес их нету. И то есть, непонятно, машина, она как будет вообще с колесами? Она будет ехать и скоблить вот этот вот весь асфальт, чтобы был такой скрежет вот этого вот всего металла, как, знаете, Twisted Metal на приставке вот была игра. То есть, так будет или как-то еще будет, или что вообще будет? А тут сразу, когда все это находится в игре, еще бы так, знаете, с разных ракурсов все это подснять, заснять было бы вообще отлично, но это в целом тоже неплохо, потому что тут мы также понимаем всю, так сказать, палитру всего вот этого, я не знаю, всей вот этого вот фургона семейного. Я правда не знаю, возможно, на Black Rush и есть какие-то семьи, которые там встречаются, мальчик с девочкой, потом они начинают, возможно, жить вместе, может быть, у них появляются какие-нибудь там ролеплей дети, они отвозят их в садик, в школу, на работу, на все прочие вещи, и, в общем-то, как раз-таки для этого нужен весь этот семейный фургон Volkswagen T6 и так далее. Это очень плохие шутки, но вы можете подумать, типа, что если шутка она плохая, то ее не надо говорить. Я придерживаюсь такого, что если шутка плохая, то ее нужно сказать вот во весь голос, да и так, чтобы услышали абсолютно все, чтобы все такие, типа, фига у тебя шутка плохая, ты, наверное, дебил. А я такой, нет, я на самом деле ебанат. И все такие, типа, а, так это ж тот самый ебанат, это же тот человек, который, типа, шутит такие вот несмешные шутки, которые не к месту и которые ни к чему. Да-да-да, это именно я, и именно я сейчас рассказываю вам про Volkswagen T6 или T6, или T17 years old и так далее. То есть я про много всего вам могу рассказать, но по факту посмотрите на него сами. То есть что вы видите? Это обычная моделька, которую, разумеется, наверное, Black Rush заказывал у какого-то дизайнера, наверное, у того же самого, которого заказывали до этого модельку Газели. Может быть, вполне возможно, что все это вот происходит именно так. Может быть, еще какие-то прочие вещи есть. Может быть, там, я не знаю, есть какие-то еще вот эти вот все порядки, правила и все вот это вот прочее, то есть вполне возможно, я не знаю, очень сложно разобраться во всем этом вот так вот с первого раза, когда ты просто на все это смотришь и такой типа, а, ну все это будет так, или типа, да нет, да все это будет немного по-другому, все это будет вот так, или все это будет вот так. В целом Газель, она простая, как вот, я не знаю, Жигули, то есть просто вот Жигули, оно максимально простое, и вот этот вот весь Volkswagen T6, T6 и T, вот эти вот все прочие терминаторы, это все типа замечательно, нормально и отлично. Однако все это, разумеется, идет на ваше усмотрение, на вашу совесть. Вот я вам сейчас показываю все вот эти вот фургоны, которые будут в скором времени на Black Rush. Вы можете написать свое мнение по поводу всех этих фургонов в комментариях. Типа, фургоны отличные, но колеса похуже, или там, я не знаю, фары нужно доработать. Я уверен, что ко всему этому прислушаются. Однако, Black Rush. Ссылка на скачивание лаунчера в описании первой ссылочкой. Там же мой никнейм Данила КПРФ, там же мой промокод хэштег ZDS. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания и всем пока.